Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Дона Бейкона, Дуга Ламбарна, Троя Нельса и Августа Флюгера. Американская делегация посещает нашу страну в рамках договоренности по углублению двухстороннего межпарламентского сотрудничества. На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия между двумя странами. Главное, что государство высоко оценило активные контакты и плодотворные обмены на уровне парламентов. Их большой вклад в динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства. Растет авторитет и расширяется деятельность созданного в Конгрессе США Кокуса по Узбекистану, парламентской группы по укреплению дружбы и продвижению конструктивного диалога. В настоящее время Кокусом инициирован ряд важных проектов, направленных на поддержку многопланового сотрудничества и программы реформ в нашей стране. Конгрессмены особо отметили, что реализация стратегии преобразований в Новом Узбекистане является важным фактором устойчивого развития страны и уже способствовала заметному повышению ее авторитета на международной арене. Выражена также искренняя признательность за поддержку гуманитарных операций в Афганистане. В ходе беседы были обсуждены проекты и программы сотрудничества как по парламентской линии, так и с ведущими штатами – Небраска, Колорадо и Техас, которые представляют члены американской делегации. Особое внимание уделено налаживанию кооперации в области инноваций и промышленных технологий, IT-сфере, отраслях сельского хозяйства, зеленой энергетики, здравоохранения и образования. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке совместной дорожной карты и организации взаимных визитов, деловых миссий. Партнерство между Узбекистаном и США развивается очень активно, к примеру, по направлению борьбы с терроризмом. Чтобы работать сообща, у нас очень много возможностей. Мы видим, что в Узбекистане осуществлено множество реформ в таких областях, как обеспечение гендерного равенства, свободы слова, прав человека и так далее. Независимости США почти 250 лет, суверенитет Узбекистана 30. Но в последние 5 лет в вашей стране мы видим большие шаги вперед, и это заслуживает глубокого уважения. Мы в Узбекистане находимся несколько дней. Я думаю, что этот визит очень полезен для обеих стран в плане изучения приоритетов партнерства. Мы учимся у вас и наоборот. Я нахожусь в Узбекистане вот уже 3 дня. Прием очень теплый. Для меня большая честь в ходе визита встретиться с президентом Узбекистана и представителями правительства. Мы посетили регионы вашей страны, пообщались с узбекистанцами. Они очень дружелюбные. Я думаю, наши связи будут только расширяться и становиться крепче. Реформы в вашей стране, они очень важны. Искоренение использования детского труда, повышение доходов людей, обеспечение свободы вероисповедания. Я думаю, у Узбекистана светлое будущее. Я из штата Техаса. На его территории активно добывается нефть и газ, развивается аграрный сектор. И именно в этих направлениях мы можем расширять партнерство. Обмен идеями и опытом будет содействовать не только развитию данных сфер в Узбекистане, но и в Соединенных Штатах Америки.